Ребята, хочу вам рассказать про канал моего знакомого Слейда, который делает очень качественные и красивые фрагмовики и монтажи по Critical Ops. И играет он ничуть не хуже про игроков. Не веришь? Заходи и сам посмотри хотя бы один ролик. Ссылка в описании и подсказка сверху справа на экране. У вас бывало такое, что хочется чего-то нового? Один и тот же геймплей с одними и теми же оружиями, некоторые вовсе берут и закупают один калаш, а хочется новое оружие. Всем по-прежнему большой привет, с вами как всегда Иван Майлд, сегодня мы поговорим о новом оружии и о том, когда оно выйдет. Поехали! Эх, новое оружие. Как же мы все его так долго ждали. И скоро оно уже появится, и я очень сильно жду новое оружие, и я уже терял надежды, что в скором времени будет новое оружие, а будут уже бесполезные новые карты с кучей багами и гличей и так далее и тому подобное. Но надежда появилась, и разработчики официально заявили, что в обновлении 0.9.11 будет новое оружие. Как я уже говорю, это будет какая-то снайперская винтовка, которая будет стоить около 2000 долларов и будет наносить 70 урона в телу. Если честно, мне это напомнило SSG из CSGO. И если говорить что-то про баланс после появления данного оружия, мне кажется, что на первое время люди будут юзать данную снайперку на первое время, ибо новое оружие, ура, пойду попробую, но после длительного использования мне кажется, что все по-прежнему останется. Основная аудитория игры будет как всегда брать калаш, некоторые СГ, другие АУК, а у тех, у кого нет денег, будут брать P90. Но в лучшем случае будут брать Уратио. Но время впереди, и возможно то, что я сказал, скорее всего не будет. Это всего лишь мои предположения, и теперь о самом главном, о выходе данного оружия. А если точнее, когда это новое оружие выйдет. Сами разработчики ничего не говорили, сказали, что уже идет процесс создания этого оружия, его баланса и прочего. Но если примерно определять и учитывать работу разработчиков, то скорее всего новое оружие выйдет после лета, где-то в сентябре или октябре. Это если еще учесть, что разработчики могут сделать все через жопу и снова кормить нас патчами и с фиксами багов. И учитывая, что они могут перенести это обновление из-за того, что они иногда не успевают, то тут же, наверное, придется ждать до января, до следующего года. Но все это я посчитал по своим меркам. Надеюсь, новое оружие добавит летом. На этом все, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Увидимся.